Всем привет! Начали подготовку к молотьбе, скажем так, экспериментальных участков. Тут вот подготовили, ну, методика, грубо говоря, чтобы краевой эффект удалить, оставили полметра. Сейчас она чуть дозреет. Все, снопы, молотить, взвешивать и так далее. Уже подходит уборка, но не все сроки посева еще вызрели. Эти первые уже практически готовы. Теперь будем срезать, молотить. Ну и все по опытам, все будем потом комментировать, расписывать. 30-го это будет у нас. Ну и желающие там будем пробовать таблицу составлять. Так как уборку у нас не получилось поснимать, сразу предоставляем результаты в таблицах. Но выводы будет каждый для себя делать сам. Это, конечно, не производственные участки, а всего лишь делянки. Ну и на делянках видны, скажем так, результаты и малых норм, и тенденция. Скажем так, выводы делайте сами. На следующий год будем залаживать уже другие эксперименты.